завершают выступление в танцах на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Москва. Ученики замечательных тренеров Ирины Жук и Александра Свинина. Очень яркая постановка для нового сезона «Белоснежка и охотник».
саундтрек к фильму. Много энергозатратной хореографии. Конечно, еще очень много работы впереди, но все равно ребят нужно поддержать. Это их первые взрослые прокаты. Очень уверенно, как мы умеем на тренировку прокатать наш произвольный танец. Ребята, расскажите, у вас произвольная программа, это саундтрек к фильму «Белоснежка и охотник», но мне показалось, что ты не в образе Белоснежки сегодня была. Я в образе злобной королевы из фильма. А я охотник на ведьму. Но на нее как раз. Я охочусь на нее. Это борьба добра и зла. Я понял, но я увидел к концу программы несколько небольших шероховатостей. Это охотник слишком рано настиг королеву. Все бывает. Да. Сегодня эта история закончилась таким концом, но дальше будем много работать, чтобы все было намного лучше. Ребят, я уверен, что в этом сезоне у вас все будет намного лучше. Еще очень много времени до стартов. Ну, много, но немного, но убрать какие-то... Мы будем верить вас в этом сезоне, поэтому давайте, не подводите нас. Да, это была очень классная, жирная, яркая точка в произвольных программах танцевальных дуэтов. Мы вас за это благодарим. Удачи вам в новом сезоне.